Сфера использования дронов развивается в Хабаровском крае. Беспилотники проникают в рабочие процессы не только строительных и добывающих предприятий. Нынешние пилоты дронов – самоучки, но сейчас в регионе полноценно готовятся кадры в краевых кванториумах. Региональная команда на кибердроме 2022 заняла 8-е место. Первые предприятия края уже подали заявки на участие на следующий год. Подробности далее. Симулятор нужен для того, чтобы дети могли подготовиться к полету в реальной жизни. То есть он полностью им симулирует поведение дрона. Именно с таких симуляторов начинал и сам Родион. Перед тем, как перейти на управление настоящего дрона, человек обычно готовится несколько недель. Потом Родиону понадобилось еще 1,5 года упражняться на беспилотнике, чтобы крутить различные трюки и закладывать виражи на скоростях. В этом году он с командой впервые участвовал в кибердроме. Командой мы заняли 8-е место из 15 команд. Учитывая, что мы участвовали впервые в кибердроме, считаем неплохой результат. Родион – преподаватель дополнительного образования в Хабаровском кванториуме. Именно здесь и куют кадры для работы на дронах в промышленности. Когда вот я столкнулся с тем, что есть такая программа, которая работает по всей стране, в которой хорошо вовлечен Хабаровский край, ну, я реально сам зажегся. И мне очень интересно, чтобы эта история пошла, и чтобы мы не просто детишек учили этим навыкам, а чтобы потом наши выпускники, уже студенты, взрослые люди были востребованы на промышленных предприятиях. И запрос действительно есть. Компания «Ургал-Уголь» уже использует дроны в производстве. Но готовых кадров не было. Пришлось переучивать своих специалистов. Беспилотники сканируют земную поверхность, чтобы создать 3D-модели разрезов производства. В будущем компания хочет оцифровать все свои активы. Нужны профессионалы, которые могли с этими устройствами смело управляться. Поэтому считаю это крайне востребованная история. Ну и тем более мы сегодня ведем разговор о том, чтобы люди, которые получили соответствующее образование, могли иметь возможность устраиваться на промышленные предприятия у нас в Хабаровском крае. Кроме того, ребята, умеющие летать и имеющие своего дрона, могут брать различные подработки в индивидуальном порядке. Ты можешь так в реальной жизни спокойно зарегистрировать свой дрон, выставить его для заказов, и у тебя его уже возьмут, если ты им пригодишься. Заказы обычно это пролет над стройкой, к примеру, съемка, ну, постепенное строительство. Идет строительство, ты его фотоешь, и каждый день как отправляешь отчет, что уже построили. Команда Родиона уже подала заявку на участие в кибердроме 2023. Сейчас уже задача попасть в топ-3. Максим Ванаков, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.